of the wall, the darkness will fall. We never quite thought we could lose it all. Ready, aim, fire. Ready, aim, fire. An empire's falling just one day. You close your eyes and the glory fades. Ready, aim, fire. Ready, aim, fire. По часу она просто выбегает, как на морозе попадают винты, тут же у нас Алина видит. А ты как моментальным гринлоу разменяешь, но, конечно, это уже лебединая песня, просто на морозе ошки выбегают. Понятно, ну как, ну вот, на луну, сбивает тут же, и прыгает паники, вот он Блэк Холл, затягивает хорошо мага, а убить не могут, вот она Мека, вот он Пайплай, кастует ультимейт, брат, там умирает паник, умирает Пупей, умирает хвост, и Гуд Геймерсайд 1-0 Empire, он его включил, хвост не получает демджа вообще, маг закрылся, хвост дерется 1-4, дерется хвост, хорошо, на себе хвостами дерется, и баш по Сайленту, минус 5, ГГВП! Врыв продолжается, есть флешки, стрельба с гидрайтом, ничего хорошего. И Шокс будет на четвертый минус. 1-1. Дэвкэвин, а Шокс и минус, и Фларен жестко. И принять минус Фларен. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Крим, минус Фрайберг, вот как так рассыпаются липы. И просто Нип не ловит сейчас на самом-то деле весь тайминг, и, по-моему, это НДК, минус Фларен, живых остается только Кзис. Оооо, 14-14, друзья. Вау. Минус Кзис. Слушай, 5-2, я не верю своим глазам, это просто что-то невероятное. НДК включает Терминатора, Брейки Фларен идет на главку, видит Файберга, попадает, но не убивает. Файберг остается один, он попытается сейчас потащить, но два девайса и 16-14, браво французской команде.